Всем привет, друзья! У нас осталось последнее задание в компании «Нулевой пациент», которое называется «Нулевой пациент». И на этом, я думаю, что мы полностью закончим с игрой до второго сезона. Ну что ж, погнали. Хорошо сработано в Колорадо 47-й. Надеюсь, тебе удалось поспать во время перелета через Тихий океан. Все нормально. Как всегда. Как ты догадался, ты направляешься в Японию. Мы перехватили послание, согласно которому местные органы власти задержали одного человека. Подозревают, что он переносчик инфекционного заболевания. Его направили в медицинский комплекс на севере. Еще один член культа? Да, это подтверждено, и даже лучше. Мы считаем, что этот человек в ответе за создание вируса. Его последнее известное местоположение совпадает с координатами, по которым после смерти Набазова была автоматически направлена заключительная серия сообщений. Похоже, он направляется в Сидней, в Австралию. Но арест этому помешал. Ага, повезло. Везение здесь ни при чем. Пассажиры заметили, как Кейдж выполнял в зале ожидания аэропорта какой-то религиозный ритуал и забеспокоились. Полиция задержала его для допроса. Тогда стали проявляться симптомы болезни. Сработали стандартные протоколы, и сейчас его везут в Хоккайдо. Инструкции к миссии скоро появятся. Итак, 47-й, у тебя две цели. Первое. Оуэн Кейдж, исследователь-вирусолог, ответственный за превращение вируса на базового в оружие. Власти Японии доставили Кейджа на Хоккайдо в комплекс Гамма. Все свидетельствуют о том, что он заразил сам себя, чтобы стать нулевым пациентом. Сейчас он жив, его держат в изоляции. Твоя вторая цель. Клаус Либляйд. Доктор Либляйд, ученый из корпорации ИТА. Пытается узнать о вирусе как можно больше до того, как Оуэн Кейдж умрет. Мы не можем допустить, чтобы в ИТР воссоздали вирус и использовали в своих целях. Задача проста, 47-й. Сдержи вирус, убив Кейджа и Либляйда. Что бы ни произошло, вирус Набазова необходимо уничтожить. Мы должны остановить его сейчас же, любой ценой. Готовься. Так, ну хорошо. Здесь нам хотя бы... дадут походить. Маскировка зависит от точки. Ага. Ну, погнали. Добро пожаловать в Хоккайдо, с территории. Особо подчеркиваю, 47-й, вирус абсолютно смертелен. Нельзя допустить, чтобы он покинул пределы комплекса. Неважно, какой ценой. Действуй осторожно. Так, ну хорошо, сюда мы попали уже не как пациент, уже неплохо. Монетка. Так, мы пойдем сразу через низ, потому что так мы сможем попасть, опа, сразу в производство, во всякие производственные помещения. Так, здесь двери никакой нету, но мы его монеты сможем отвлечь, если уж что. А, ну и он сам ушел. О, не-не-не, в шкаф не надо, я думал, это дверь. Так, ну, нам нужно обзавестись хоть какими-нибудь вещами для начала, и уже после этого что-то начинать делать. Так, я сбежал, пока меня там что-то все пытаются искать. Так, камера. Слушай, 47-й, засекла еще одного зараженного. Вирус распространяется, отправляю тебе данные. Охрень. Ну, класс вообще.
Уже два. Охереть. И мне их именно убить надо будет. Причем убить как-то не приближаясь к ним при этом. Блин, задача сложная, ничего не скажешь. Так. Для нас тут никто ничего, конечно же, не оставил. Но вообще просто потрясающе. Так, сейчас я звоночек сброшу, чтобы не мешали играть. Так, ну и снова тут. Окей. Находимся мы немного в щекотливой ситуации, из которой как бы не очень удобно выходить. Плюс напряжение постоянно нарастает. Блинский, а. Можно, конечно, сюда кого-нибудь заманить. Нету одежды, вообще нету. А тут что у нас? Топор, наверное. Гаечный ключ, ну тоже неплохо. 5 зараженных! Вы что, ебанулись? Жесть какая. Какого черта он ходит-то? Где ему? Где попало? Блин, да его схватить надо было, а не избивать. Ну, господи, ну что ж ты делаешь, братишка? Так, давайте попробуем тогда здесь пройти. Здесь, скорее всего, не получится в эту сторону. Ну, мы сейчас направо ходили, а можно сходить еще налево. Что, опять? Почему ты так спокоен? Ну, ладно, некогда слушать, о чем они говорят. Счет идет на минуты. Ой-ой. Так, ага, он не к нам? Ой-ой-ой. Ай, фак, а. Не находишь это странным? Что опять? Почему ты так спокоен? Если эта штука заразна, нам нужны костюмы. Мне все равно. У меня железный иммунитет. С тех пор, как я стал веганом, ни разу не брал отгул по болезни. Ни разу. Уверен, вирус-мясоед не пощадит тебя. И твои диеты, ну, как знаешь. Все. Так, ну вот туда наверх нет смысла идти. Ого, как сосулька тут опасно болтается. Потому что там тупи... Ого! Все-таки там тоже кто-то есть. Так, ну мы можем и вниз просто спуститься. Так, ага, это шкаф. Шкаф нас не приведет туда, куда нам надо. Тут нам в любом случае придется хоть какими-то шмотками разжиться.
Так. Опа. Лазеечка. Так, нулевого пациента регулярно доставляют в операционную на обследование. Убедитесь, что в этой области все правила работы с биологией, с биологически опасными веществами строго соблюдаются. Ну, хорошо. Так, ну мы этого в костюме чувака можем сюда заманить, затопив раковину. Это облегчит нам, так сказать, жизнь в разы просто. 47. Ага, входить в изолятор без защитного костюма очень опасно. Ты рискуешь заразиться, этого нельзя допустить, 47-й. Хорошо. Приветик, дружочек, пирожочек. Ладно, мы заберем твой костюм, затопим раковину, и будет нам счастье. Очень надеюсь, что сюда никто не захочет заглянуть. Шкафа здесь нет нигде, к сожалению. Будем радоваться тому, что есть. Ну, тут смотри, вода бежит. Видимо, он не слышит. Давайте еще одну затопим. Вообще ноль внимания. Охренеть. Я им тут все затопил. Так, ну-ка, а ты куда? 7, ну охренеть вообще. Вон он идет. Волшебно. Так, за ним целая банда еще ходит. Приближаться к нему я не могу. Смотрим, смотрим. Так, ну. Блин. Хоть кто-нибудь, зайдите сюда. Да жесть какая, а. Нет, я, кажется, проворонил свой звездный час, и лучше этот звездный час попытаться провернуть с этой точки. Так, у нас тут очень хорошие шансы есть, чуть ли не сразу его загандошить.
47, listen. I've registered another infected patient. The virus is spreading. I've shared the data with you. Так, отлично. Блин, она следующего заразила. Probably nothing. Тихо, тихо, тихо. Этот костюм защитит тебя от опасности заражения. Хорошо, очень надеюсь, что защитит. Тут у нас что? Ну это, видимо, в этот, в изолятор вход, да? Ну да. Так, а устранить это значит, достаточно ли их задушить или же нет? Или нужно их прямо убить? Давай сейчас проверим. Нет, ясно. Печально, но мы должны сдержать вирус. Опа. Где я их всех прятать буду? Вот в чем вопрос. Я могу еще так протормозить, что мне в итоге придется убить просто всех. Блин, тут аж целых двоих нужно, троих убить. Просто жесть. It's unfortunate, Fortisan, but we must contain the virus here. The board will consider all extraordinary eliminations to be permissible targets. Мы его куда-нибудь вниз заныкаем. Да ее здесь на раз заметят. Ну-ка. Найдено тело, ага, ну да, логично. Ситуация вообще крайне щекотливая. Тут придется очень грязно играть, прям супер грязно. But we must contain the virus here. The board will consider all extraordinary eliminations to be permissible targets. Ну, надеяться, что здесь ее никто не найдет. Ее лучше ниже утащить еще. Блин, а задача-то не из легких, это все, конечно. Уже 8, безумие.
двоих сразу устранить. О, они хорошо очень стоят. Бой? Серьезно? Может их потихо устранить все-таки? И также трупы вниз заныкать. Ну а чё шуметь? Если выстрелы слышат. Да блин. Нет, мы не должны в режим боя входить, это статистику нам забивает, мы 5 звезд нихера так не получим. Надо подбежать и задушить его по-нормальному. А лучше каким-нибудь ножом обзавестись, так будет быстрее. Так, давай-ка мы тебя оттащим отсюда. Интересно, могут ли действительно все заразиться или все-таки... О! Так, это где это он там сидит, интересно? Так. Рисковать я так не буду. Elimination confirmed, 47. Damn, Nabazov and his virus. Ну капец вообще. Ладно, надо скорее этого нулевого пациента устранить. Все из-за него, говнюка такого. Проще уж разбомбить эту клинику, я не знаю. That is Owen Cage. From the looks of him, it's a miracle he's still alive. Ну, Лена, не... что-то я не успел прочитать. Так, куда тебя утащить, большой вопрос. Сюда. Отлично. Куда тебя ныкать-то мне вот интересно очень. Под видом телохранителя комплекса. Давай, иди отсюда. Попробуем его все-таки в комнате запрятать. Не хочу пропустить вылет, говорит. Помогите мне добраться вовремя, голова кружится. Все будет прекрасно. Мистер Кейдж, это стандартная процедура. Блин, надо его вот сюда уволочь. Для этого надо, чтобы вот этот ушел. 47-й, в клинике все еще есть зараженные. Перед уходом убедись, чтобы разобраться со всеми. Мы не можем позволить вирусу распространиться. Все-таки надо его было... Ага, его не стоит тащить сюда. Сюда девка вот эта заходит, потому что...
Так, антидот. Главный исследователь Клаус Леблянец разработал антидот для личного пользования. Он хранится вместе с запасом стволовых клеток рядом. Ага, но это, видимо, если мы все-таки заразимся. Так, возможно, мы его здесь... Это доктор Клаус Леблянец. 47-й. Нельзя допустить, чтобы он покинул комплекс. Блин, так, здесь никак его не заныкать. Все смотрят сюда. Ну-ка, в ноутбуке, чё? Кто ты? Упс. У них, оказывается, есть какой-то главный в черном костюме. Ну ладно. Ладно, попробуем все-таки убить его. Или это... А, нет, слушайте, я правильно загрузился, да. That is Owen Cage, from the looks of him. It's a miracle he's still alive. Ну вот чуть-чуть не хватило. Вот если бы струной можно было его устранить, это бы нам сэкономило прилично времени. А так... Не знаю, почему струной нельзя его устранить. Это же, блин, было бы супер быстро. That is Owen Cage. From the looks of him, it's a miracle he's still alive. Да чтоб вас. Чтоб вас за ногу, а? Мотают они башкой, смотрят влево-вправо. Может, мне их как-нибудь отвлечь, что-нибудь бросить, чтобы они там побежали смотреть это все. That is Owen Cage. From the looks of him, it's a miracle he's still alive. Да что ж ты будешь делать, а? Надоели вы мне, друзья мои. Надо вас чем-то отвлечь. That is Owen Cage. Понаблюдаю. From the looks of him, it's a miracle he's still alive. Так, вот он отходит. Ага, и сюда идет. Так, вот если мы его так отвлечем, блин, мы не успеем, не успеем. That's the end of Owen Cage, and hopefully the Охуеть. End of this threat. Now for Klaus Liebling. Да ладно, мы успели. Жесть какая. Нам каким-то чудом повезло успеть. Так, ну, распространение болезни хотя бы приостановлено. Клиники, да-да-да, я все еще есть зараженные.
Идем искать зараженных. Ебать, их там двое сразу. Ёб твою мать, весь подвал нахуй. Жесть полная. Блин, поднять бы тебя вот сюда, как куда, хотя. Ну, жесть полная. Весь подвал. Еще бы от камер здесь как-нибудь избавиться. Можно, конечно, просто идти, перестреливая всех налево и направо. Yeah, I like that rubber suit. Обидно, что некоторые по двое стоят. Whoa, slow down. Ну иди, иди. Да блин, найдено тело, косяк. 20-23. Да. То уже забываю, куда сохраняюсь. А я надеялся сегодня закончить, конечно. Ну, ладно, ладно. 47, I'm still registering infected in the hospital. Be sure to take care of it before leaving. We cannot allow this virus to spread. Is there an outbreak? Так, давайте вот этого выманивать куда-нибудь вниз. You can't throw things around. Find a garbage can. Че, херел, что ли? Я за тебя баночку прохерил. Она у меня единственная была. Для отвлечения таких долбоебушек, как ты. Нет, никто не слышал. Так, сейчас вы у меня вдвоем будете устранены. Рот закрой свой, это во-первых. Тихо. Так, сейчас я к тебе друга еще подселю. Дуй сюда. Что, у меня теперь два одинаковых пистолета? А, нет, он в одну ячейку помещается. Said hello. Ой, а чё он-то? О, да, он прям действительно плохо выглядел.
вот этот еще не заражен, кстати. Тебе повезло, это при том, что у тебя в помещении есть зараженные. Ой, ой-ой, это кто-то видел. Но было прикольно, ладно, не буду отрицать. Как минимум это того стоило. Вопрос в том, как вот эти двое, они по сути не должны увидеть, но меня камера настораживает. Давай, 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 двигай сюда. Так, я тебя куда-нибудь вниз утащу лучше. Это не я покидаю, это он покидает. Как ты-то вот не заразилась, я понять не могу. Ладно, неважно. Какой у нас план? Так, тут есть куда ныкать, поэтому да, мы ее можем заагрить. Топором, неважно. Сейчас придумаем. Блин, один идет сюда. А, он не доходит, да-да-да, точно. Так, она не услышала, видимо, из-за закрытой двери. Так, ныкаем скорее. The board will consider all extraordinary eliminations to be permissible targets. Так, ну слушай, девка, ты не заразилась, скажешь мне потом спасибо. Фух, мы почти закончили зачищать подвал. Есть повсюду шкафы. Да, нормально. Блин, заразилась все-таки. Или кто это? Понять не имею, кто это. Блин, увидит она или нет, интересно. Должна. Но мы лучше перестрахуемся, конечно, лишним. О, нет, ну ты же сейчас тоже заразишься. Сука. Тебя еще мне зараженным не хватало.
Так, сломать шею. Все, отлично, успели. Так, йога-тренер тоже заразился, говнюк тупой. Да, сучонок, а? Этот йога-тренер, чтоб его... Пиздец, надо, короче, его остановить. Он реально там всех перезаражал просто. Он гуляет же вообще везде. Нам надо его оглушить. А то это... Во-во. Ну, сорян. Йога-тренер, чё? Ну, ты больше никого не заразишь. Давай-давай, иди. Я не хотел этого делать, чувак, честно. Кем? Так, интересно, как он заметил? Ладно, хорошо, допустим. Блин, а. Да-да-да, сходи, проверь. Ну давай, сходи, проверь. Отлично, ты мой хороший. Hello there. Так, ты здесь тоже один? Good to see you. Так, чё, еще один появился? Чёрт. Так, во сколько они двигаются? Видимо, да, придется сейчас к ним бежать. Девка и парень. Девка заразила парня явно. Пробуем успеть, чтобы не распространилось это никуда. Так, подожди, а где еще один? А, господи, это этот. Фу, я же испугался, что мы кого-то могли пропустить. Фух. Не знаю, куда тебя здесь ныкать и кто тебя здесь может обнаружить, но... О, отлично. Так, сейчас мы должны... Где мой топор волшебный? О, а где он? А, он отошел, господи, я думал, куда пропал.
и хорошо, что сюда отошел. Фух. Все, осталось трое. Бля, это же раздевалка. Фух. Ладно, давайте здесь перерыв возьмем в следующей серии. Довалим их. Вот, так что всем спасибо, кто смотрел. И до встречи.